Всем привет, друзья! Я подготовил для вас сегодня классную карту на фарм опыта. Меня зовут Дима, мой ник Brother Dwayz, и на этом канале каждый день выходят видео на опыт. За исключением воскресенья. Воскресенье не всегда, потому что у меня выходной. Ну что, не буду затягивать, погнали. Я покажу, что подготовил для вас, а вы обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, прожмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Заходим в поиск, в поисковую строку вводим код 3347-1809-3742, нажимаем Enter. На эту картиночку нажимаем «Выбрать» и ставим обязательно частный режим игры, чтобы никто не мешал фармить опыт. После этого подтверждаем выбор игры и заходим в магазинчик предметов. В магазине предметов кучу классных скинчиков по тематике «Звездных войн» и другие. Присмотрите что-нибудь себе обязательно. И здесь внизу есть кнопочка «Поддержка автора». Вы можете сюда нажать, ввести мой код «G-Up». Зафиксировать этот код с помощью кнопочки «Поиск». Галочка зеленая его зафиксирует у вас в магазине предметов. И с этого момента за все ваши покупочки компания Epic Games будет делать небольшое отчисление. Спасибо вам огромное за такую классную поддержку. Когда загрузились на карте, забегаем в телепорт и попадаем на игровую платформу. Здесь, смотри, если стукнуть по вот этой надписи «Clear», откроется дополнительное пространство с дополнительными локациями. В этих локациях уже размещены секретики, разные потайные комнаты, для того, чтобы ты мог здесь лутать опыт на этой карте. Но ей нужно пройти калибровочку, нужно получить значок XP. Поэтому прошу тебя не пропускать этот этап в начале игры и заходить на эту карту. Сейчас нам надо подойти к третьему вот этому вот плакату, к третьему с левой стороны. И слева от этого плакатика внизу нащупать кнопочку скрытую. Вот она. Нажимаешь эту кнопочку. Это тоже поможет быстрее получить калибровочку этой карте. Потом подходишь вот так к терминалу, к любому, не обязательно к этому, к любому из других плакатов можно. Нажимаешь на этот терминал, и сюда нужно ввести код. Вот такой. 0477-0529-3055. Я оставлю код в описании, чтобы тебе было легче его скопировать и вставить. Картинка у нас поменялась. Вот этот значок, смотри, обязательно проверяй на карте, когда заходишь на карту фармить опыт. Если здесь значка нет на карте, значит опыта нет на ней. Если есть значок, значит все хорошо. Нажимаем на баннер теперь, выбрать и ждем, пока загрузится. Смотри, когда заспавнились на карте, нам нужно подойти слева от вот этого таймера. Вот в это место, вот в этот уголочек. Здесь сделать надо эмоцию, какую-то коротенькую лучше, типа стикера. Эмоция нас переносит к таймеру в 900 секунд. Вот, кстати, граплер здесь не улетел вниз. Берем сразу граплер, пока он есть. Если улетел, то можно спуститься за ним вниз туда. Вот, друзья, когда закончится таймер вот этот, нужно будет сюда ввести три секретных циферки кода для того, чтобы активировать фарм опыта на этой карте, на этой локации. Если есть вот такой код на карте, то карты обычно работают не очень долго. Там около одного дня, может полдня, даже несколько часов бывает. Поэтому будьте всегда внимательны, смотрите на дату публикации видео. Сейчас пока ждем таймер, обязательно присоединяйтесь к моему Discord-каналу. Ссылочка в виде QR-кода на экране есть. И есть ссылочка в описании к этому видео и в описании моего профиля. У меня в Discord есть классный магазин, через который можно круто задонатить в игру. Очень выгодно и, главное, безопасно. Плюс там есть разные голосовые текстовые каналы. И я там провожу периодически розыгрыши, друзья. Так что всех жду. Теперь сюда вводим код 331. 331, подтверждаем код с правой стороны вот здесь. Надпись «Done» и восклицательный знак означает, что код подошел. Вот здесь внизу нажимаем теперь «Старт ФК». Теперь вниз вот сюда спускаемся, влево от нашего таймера. Вот сюда. На елочке нажимаем кнопочку и попадаем вот в такую локацию. Прыгаем здесь на рельсу. Собираем с рельсы опыт. Потом, когда здесь выскочили, берем ПП-шечку и с помощью ПП устраняем курочек. За курочек нам дают очень неслабо так опыта, пока есть буст. Вон, разбежались они все, видите? 112 тысяч опыта я уже забрал на этой карте. С курочек мне почти перестало давать, поэтому не вижу смысла их дальше фармить. Друзья, все, на этом буду прощаться с вами. Классного вам фарма, крутой игры и отличного настроения. Пока.